Итак, всем привет! Очень много вопросов в комментариях, что касается обновлений, что касается драйверов для Windows 11 на неподдерживаемом компьютере. Я решил снять такой ролик, чтобы раз и навсегда прояснить эту ситуацию, потому что вы очень-очень много вопросов на эту тему задаете. Я читаю все ваши комментарии, и вы меня подтолкнули к этому ролику. Давайте поговорим. Компания AMD выпустила драйвер с поддержкой Windows 11 для видеокарт AMD Radeon. Версия 21.10.1. Вот мы проверяем наличие, нету новых. Когда вы устанавливаете Windows 11, да любую Windows, нам нужны драйвера. Это делается в центре обновления. Сначала вы заходите в центр обновления, и здесь будет такая кнопочка «Необязательное обновление». Это и есть наши драйвера. Выбираем, устанавливаем, перезагружаемся. Далее. Есть сторонняя программа, называется Driver Booster. Сейчас нету новых драйверов, но вот я сканирую, новых нет. И драйвера не особо-то и старые. Здесь будет, 20, у кого 18, у кого 19 драйверов. Ставим галочку, нажимаем обновить все, обновляем, перезагружаемся. Потом идем на сайт AMD и скачиваем драйвер для видеокарты AMD с поддержкой Windows 11. Устанавливаем, перезагружаемся. Все драйвера новые, все установлено. Да, это немножко по-другому. Да, это займет время. Дальше еще один момент. Драйвера для Windows 11 подходят от Windows 10. Как видите, у меня все исправно работает. Сейчас, в течение месяца, все драйвера обновятся под новую систему. Даже у старых компьютеров, у кого поддерживается чипсет, звуковая карта, все вот это вот. Если поддерживается Windows 11, но нету TPM и не поддерживается процессор, не беда, драйвера обновят, и они будут доступны. Я ставлю и всем рекомендую вот эту программу. С драйверами закончили. Обновление. Все говорят, что обновлений нет на неподдерживаемом компьютере. Они есть. Пока что это обновление антивирус. Вот наши драйвера. Все прекрасно ставится и работает. Почему у вас не видно обновлений? Потому что Microsoft еще ничего не выпустила. В релиз-превью сейчас сборочка 22194. Ждем патчей вторника. То есть 12 октября выйдет обновление для Windows 11. Первое обновление для версии 21H2. Во вкладке сообщества я сообщу, поставил я или мне не пришло ничего. Microsoft заявила, что неподдерживаемые компьютеры будут получать обновления. Будут получать обновления, но всю ответственность за их установку берет на себя пользователь. Microsoft снимает с себя всякую ответственность за установку накопительных обновлений, а также за установку Windows 11 на неподдерживаемый компьютер. Вот такой вот ролик, спонтанный, не запланированный. С вами был Андрей. Всем пока, до встречи.